Привет, ребята! В этом видео на Live Today мы вместе с вами проверим, сколько плиток шоколада получится сделать со 100 киндеров. Но для начала немного цифр. В одном лотке 1, 2, 3, 4 ряда. И в каждом ряду по 1, 2, 3, 4, 5, 6 киндеров. Несложная математика говорит, что в одном лотке 24 шоколадных кока. Вот так внушительно они выглядят все разом. Готов поспорить, что киндеры любит каждый из моих зрителей, и я сейчас не о детях, если что. Мы решили, что нельзя пройти мимо такой вкусняхи и не замутить какой-то интересный видосик, тем более на канале экспериментов. Высаживайтесь поудобнее, вытирайте слюнки, сегодня узнаем, сколько плиток шоколада получится сделать с этой огромной кучи киндеров. Можете в комментах уже начинать писать свои предположения. Самые внимательные могут прикинуть, сколько киндеров надо для создания одной шоколадки и исходя из этого рассчитать итоговое количество продукта. Но это все теория, а мы проверим на практике. Как вы заметили, лотков у нас 4 штуки, и многие, уверен, побежали писать, что фу, кликбейт, в названии 100 киндеров, а по факту только 96, что за дела? Верно, есть маленькая недостача, которую мы исправим очень просто, добавив по одному яйцу в каждый лоток. Вот теперь получается ровно 100 штук, так что хейтерам отбой, проблема ликвидирована. Мимо такого арсенала киндеров не смог пройти мимо самый любопытный из нашей команды. Енот тоже любит сладкое, вот наверное и прибежал на запах шоколада. Думает, елки-палки, ты же собирался деньги потратить на апгрейд железа, а взял и последние сбережения в киндеры вбухал. А также хотелось погамать в свежие топовые игрушки типа Metro Exodus, Apex Legends, Anthem. Но решение есть, Playkey запускает игры на мощных серверах и транслирует тебе на экран. Можно комфортно играть в топовые новинки даже на самом старом ПК, запуская их с высокими настройками графики. Все что надо, это выход в интернет. Для 60 FPS необходимо 20 мегабит. Есть как месячные безлимитные подписки, так и тарифы с оплатой за минуту. А потестировать все это хозяйство перед покупкой можно и вовсе бесплатно. Достаточно зарегистрироваться и скачать клиент по ссылке в описании. Ладно, теперь к видосу. Думаю, все уже поняли, что шоколад придется топить. Но так как его реально много, мы запаслись специальными формочками в количестве 10 штук. Что-то мне подсказывает, что десятки будет маловато, чтобы сделать все за один раз. Достаточно просто визуально сравнить эти формочки и целую сотню яиц. Берем стеклянную емкость, она отлично подойдет для плавки продукта и складирования туда шоколадных половинок. Погнали все это дело распаковывать. Старым добрым методом проб, ошибок и опытом над сотней яиц мы поняли, как оптимизировать затраты по времени и усилиям. Проще и удобнее всего начинать распаковку киндера снизу, почему-то именно там находится больше всего фольги. А когда нужно разделить его на две части, то не стоит ничего крутить, вертеть, просто слегка надавить и вуаля, готово. Спустя некоторое время у нас получилась нехилая такая шоколадная пирамида. Если смотрит кто-то из родителей, уберите детей от экранов, а то экран погрызут. Мусор в виде фольги нам больше не понадобится, поэтому смело можно его выбрасывать. А вот желтки прибережем, но пока что уберем в сторону. Все-таки мы сюда шоколадом пришли заниматься, а не пластиком. К первому и перейдем. Растапливание – самый значимый процесс сегодняшнего эксперимента, а делать это будем с помощью паровой бани. Такое нехитрое устройство должно идеально справиться с плавкой шоколада.
Не, ну это реально мега конструкция, Киндер-гора. Это пока что гора, а скоро станет шоколадное море. Осталось набраться терпения и ждать, пока горячий пар растопит вместимое. Как оказалось, этот процесс занимает намного больше времени, чем мы ожидали. Вроде бы все шло хорошо и по плану, киндеры даже таяли, но реально медленно. Пришлось даже несколько раз доливать воду. Шоколадная масса все никак не хотела таять. Ребята, может это все переходной период между зимой и весной? Вроде и тепло, но не очень. Вот у киндеров и гормональный перепад случился. Прошло уже долбанных 4 часа, а до ожидаемого результата как до Нью-Йорка пешком. Состав у этого шоколада явно какой-то необычный. На паровой бане он совсем не тает, в отличие от обычного. А теперь вспомните закон подлости. Как только берешь руками дольку, так пальцы сразу окрашиваются в коричневый. Алло, вселенная, что за подстава? Возможно, слишком много шоколада кинули в одну емкость. Отсыпем часть и отложим в сторону. А внутри ждал сюрприз, от температуры киндер пожелтел. Какой-то замкнутый круг получается, сверху еще не растопился, а внизу уже начал вариться. Короче, прошло еще немного времени, но жидким шоколад так и не стал, больше похож на какую-то пасту. Имеем что имеем, так и будем расфасовывать по формочкам. А вот размазывается очень даже легко, главное хорошо заполнить все уголки. Ребята, с киндерами творится какая-то магия. Пока мы размазывали их по формам, шоколад в тарелке растаял сильнее, чем на паровой бане. А та часть, которую мы недавно отстаяли, за 20 минут вообще растопилась сильнее, чем вся куча за 3 часа в одной емкости. Походу, изготавливали его где-то в Хогвартсе. По первым формам мы шоколад размазывали, но все оказалось намного проще. Держите еще один лайфхак. Заливаем шоколадные формы и... достаточно немного постучать по столу, как шоколад сам растечется и займет все уголки. Как и предполагалось, все 10 форм уже заполнены, а паста еще осталась. Давайте пока шоколадки застывают, посмотрим, что там за игрушки попали в желтках, что прячется в первом яичке. Это какой-то яйцеголовый киндер-человечек, с запчастями, которые делают из него забавного космонавта. Прикольно, конечно, но как им играться, совсем непонятно. Давайте дальше смотреть. Опа, и здесь космонавт. Странно, я думал, повторяться начнется явно не со второго яйца. Ладно, идем дальше. Ребята, ну это уже не смешно, опять космонавт. А вот на листике нарисовано, что в серии целых 8 разных игрушек. Где-то нас точно намахивают. Дайте хоть какого-нибудь фермера, пожарника, полицейского, рыбака в конце концов. Даже Пикассо можно, а не одного Гагарина. Походу производитель решил постебаться над нами. Может, в других лотках будут разные игрушки? Блин, опять он. Распаковываем с надеждой на чудо. Ребята, я Гагарина уважаю, но 100 космонавтов это чересчур. Такое впечатление, что все игрушки так и пахнут поднебесной. Может, на этикетке написано Made in China? Еще лучше, Made in Poland. Ребенок бы с ума сошел от такого развлечения сотни космонавтов. Разве что принципом домино баловаться, но не за этим мы покупали 100 киндеров. Пока мы играли в Айлона Маска, формочки уже готовы к извлечению.
Хоть достаются легко. Было бы круто, если бы и здесь нам не фартануло. Зато в руках начинает таять понемногу коварный шоколад. Оставшимся шоколадом заполняем свободные формы по уже накатанной схеме. Залили, постучали, все ровно и красиво. А вот и остатки шоколада. Последняя плитка ожидаемо оказалась меньше, чем ее собратья. Ребята, наконец-то все часы съемок и работы с киндерами покажут нам свои результаты. Спустя час застывания второй партии можно выкладывать весь шоколад. Вооружимся кухонными весами и взвесим все плитки. Можете угадывать в комментариях, сколько грамм или килограмм получилось в итоге. Барабанная дробь. Целый килограмм и 947 грамм. А количество плиток давайте посчитаем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Много это или мало, для каждого индивидуальный вопрос. Но стоит учитывать цену одного маленького киндера. Впрочем, с ценами сами разберетесь, что кому выгоднее покупать. Осталось нажать «нет, не лайк» на колокольчик. Не зря же он на ютубе присутствует. Хотя и про лайки тоже не забывайте. А пока, пока-пока.